Иногда самый обычный вечер может превратиться во что-то очень интересное. Итак, какое платье выбрать? Да, это подойдет идеально. Хм? Что тут происходит? Это же просто шкаф, верно? Вау! Эмма? Куда она могла деться? Как она туда забралась? Вау! Эмма, вот ты где! Что за огромный подарок? Давай его откроем! И где же мы теперь? Добро пожаловать в челлендж с огромной и крошечной едой! Эй, здесь какая-то ошибка! Скучно! Ничего себе! Эмма, взгляни наверх! Мы все еще живы? Твоя тарелка уже не пустая. Это все мне? Она такая ароматная. Не терпится узнать, что у меня. Это что, шутка такая? Да тут всего на один зуб. Надо взглянуть поближе. Это крошечная картошка фри. Так нечестно. Почему тебе всегда везет? Приятного аппетита! О, чуть не забыла. Разве можно есть картошку без кетчупа? Вот так! Вау! Такой вкуснятины я еще не ела. Не могу на это смотреть. Ладно, займусь своей. Эй! Можно? Мне бы всего капельку, пожалуйста. Окей, этого хватит. Зря я расстроилась. Кетчуп спасет ситуацию. Большая или маленькая, картошка фри всегда вкусная. Стой! Эники-беники ели вареники. Ладно, открывай. Ух ты! Это кукуруза настоящая? Она такая большая! Жаль, что это не попкорн. А что у меня? Это, наверное, самый маленький початок в мире. Ну и пускай. Я ничуть не огорчена. Не смеши меня. Ну, сейчас попробуем. Неплохо. О-оу, Эмма, что-то происходит. Вау, ты стала попкорн-машиной. Да, неожиданно. Хочешь? Спасибо, я займусь мини-початком. Столовое серебро как раз подойдет. Разложим все как надо, и можно начинать трапезу. Эй, он идеально острый. Надеюсь, будет вкусно. Ну и как? Ммм, вкусно и натурально. Поверю тебе на слово, Венди. А потише жевать нельзя? Эй, можно я первая? Вау, крохотный ролл. Эх, да тут и есть-то нечего. А я уже проголодалась. Глазам не верю. Такой малыш. Да уж, даже палочки миниатюрные. Маловато для моих пальцев. Ммм, как аппетитно. Ммм. Рада это слышать. А, вот и все. Словно ничего и не ела. А что на твоей тарелке? Сейчас посмотрим. Эта штука больше моей головы. Все еще голодная. Ну, сейчас я на тебя наброшусь. Ах, эта штуковина такая свежая и аппетитная. Как бы к ней подступиться? Я готова начать. Нет. Так-то лучше. Да что ж такое? Придется руками.
Ну или вот так. Вау. Эй, Венди. Что? Нет. Ты хоть дышать не забывай. Пожалуй, мне тоже достанется. Ох, да чего же классно. На здоровье. Как думаешь, что там? Ух ты! Эй, не подглядывай. Ладно, поехали. Печенье Орео? Разве кто-то ест их по одному? А теперь ты. Думаю, там что-то приятное. Ого, я не ошиблась. А мне досталась эта мелочь. Стоп! В чем дело? Это нужно чем-то запивать. Да, как раз хватит. Раз нельзя макать, то сделаем вот так. Вкусненько. Как дела, Венди? А, не могу нормально откусить. Это должно помочь. Эй, погоди! Защита не помешает? Да, ты права. Спасибо. Тяжелая работенка. Готово! С этой половинкой легче справиться. Ммм, какая классная начинка! Приступим? Изумительно вкусно! Ей и одной половины хватит, верно? Подруги ведь должны делиться. Ты готова? Раз, два, три. Та-да! Они одинакового размера? Как же так? Я тоже не понимаю. Давай попробуем еще раз. Тук-тук-тук. Надеюсь, там что-то большое? Эй! Я сказала эй! Упс! Может, нам не стоило? Ну что, рискнем открыть? Страшновато. О, нет! Стало еще хуже. И правда. Может, у меня получше? Да, совсем другое дело. Все мои перебрались на твою тарелку. Кроме одной штучки. А я красные не люблю. Ну ладно. Вот и все. И что мне теперь делать? Смотреть, как я ем. Разве они не чудо? Гляди и завидуй, подруга. Вот так. Да, она просто выпендривается. Попробую хоть немножко поймать. Ага, получается. Тут настоящий дождь из конфет. Наконец-то все честно и поровну. Это было супер. Согласна? Да уж, сладости рулят. А вы бы справились со всей этой едой. В любом случае, вкусного много не бывает. Почему бы не устроить собственный челлендж? Зовите голодных друзей и вперед! А это вы уже видели? Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.